Георгий Бурков родился 31 мая 1933 года в Перми. Окончил среднюю школу номер 49. Уже тогда мечтал о сцене. Однако не был принят ни в одно театральное училище. В 1952-1956 году учился на юридическом факультете Пермского государственного университета. В 1955-1958 году учился в вечерней студии при Пермском драматическом театре. Работал в театрах Перми, Кемерово, Березников и других городов с 1965 года. По приглашению главного режиссера Бориса Львова Анохина стал актером драматического театра им. К.С. Станиславского в 1970-1971 году. Актер «Современника» с 1980 года. Актером «Хатым» М. Горького в 1984-1987 году. Актер театра им А. С. Пушкина с 1988 года. Художественный руководитель Центра культуры им В. М. Шукшина. Мечтал о режиссерской карьере. Был близким другом Василия Шукшина. Вместе они вынашивали планы по созданию собственного театра. Рабочее название. Русский народный театр. Свою сказку. До третьих петухов. Шукшин писал по просьбе при непосредственном участии Буркова. Специально для его дебютной постановки в качестве режиссера. Георгий первым обнаружил тело друга в день его смерти. Выступил с автором сценария документального фильма «Василий Шукшин. Посмотри в глаза мне» 1989. В 1980 году получил звание заслуженного артиста РСФСР.